Галечка, Леночка, девочки мои дорогие. Нам хлопцы помогают, и мы держимся. Что еще сказать? Хорошего ничего сказать не могу. Подавали нам пропуска, мы можем в город проехать, мы можем по селу пройти. Нас попереписали. Мы, наверное, не нужны нашему правительству. Пускай уже либо нас отдают в Украину, если мы не нужны им. Мы как мишени тут. Безперерывно нас бомбят. Мать Малія тоже. Я уже не могу на ногах стоять. А так потрошку держимся. Спасибо вам, девочки мои дорогие, за передачу. Спасибо Алексею и хлопцам, что с ним ездят до нас, поддерживают нас, помогают, лекарства привозят. Спасибо им большое. Галя, Леночка, все наши эти, Володя, все наши родичи, наши детки, наши внучки, большое вам спасибо. Мы очень довольны. Дай вам Бог здоровья. Живите в мире и согласии. А мы вас будем ждать, что вы к нам куда-нибудь приедете. И я надеюсь, что мы останемся живыми. Я Авдеенко Светлана Николаевна. Я ищу внуков. Бушую Дарью Евинину. 16 февраля 2015 года рождения. Внука ищу. Чумаченко Вадима Викторовича, 8 мая 15 года рождения. Я ищу сестру старшую, Авдеенко Людмилу Николаевну. Она, по идее, в Беловском районе. В Беловском районе, это в Корочке, там у меня племянницы, очень много племянниц. Катя, Нина, их детки. Я не знаю о них ничего. Зарянян Ирина Николаевна, передаю привет своей доченьке Кристине Шатиловой и сватам, зятю Жене, сыну Артемику и внученьке своей любимой Алине. Очень соскучилась по вам. Очень вас люблю и жду, когда мы увидимся. У нас все хорошо. Нам ребята помогают, хлеб нам дают, продукты. Все у нас есть, кушать все у нас есть. Единственное, что мы скучаем. Остальное все более-менее нормально. Нашу приезду. Я так поняла, что... Вам рассказывать про героические